Всем огромнейший привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я Дмитрий Декс, и сегодня у меня будет новое видео по Free Fire. Сегодня я с помощью пушки М500 буду всех убивать в хедшот. Посмотрим, что из этого выйдет. В принципе, погнали искать эту пушку. И пока лечу, я вам скажу, что у меня есть ВК, у меня есть группа ВК. Вы можете туда отправлять свои фоточки, всякое такое там. Ну, не фоточки, а в смысле скриншоты игры, там, если какой-то баг нашли или какую-то либо нычку. Допустим, чувак отправил нычку свою, я ее возьму в свое видео. В принципе, можете даже написать мне какое-то либо сообщение, потому что предложка открыта, ну, и сообщение вообще, и нычка как бы открыта, как бы вы можете все написать, типа, что хотите. Только не пишите по рекламе, пацаны, сразу же вы полетите, ну и пойдете туда, вы поняли, да, куда? Потому что реклама на моем канале не будет. Нашел, допустим, наконец-то. Вообще столько попыток. Так, минус. Знаете, сейчас как мы сделаем? Прыгаем. Берем эту пушку. Да блин, надо как-то остановить, пожалуйста. Ския, блин, не упал. Так, что будем делать? Есть пушка. Я не могу из нее выстрелить нормально. Да. Вон. Ну блин, остановить, пожалуйста. Он меня может убить, знаете? Давайте его нужно утилизировать. Так. Он меня может убить реально. Он очень опасный. Так, сейчас выйдет, если я... Так, пушка меня. Пушка меня... Лежа. Так, как мы будем выманивать его? Наш, он как-то вылез оттуда. Змей, выползай. Вот собака такая. Так. Стоп. Изи, минус один. Так, отлично. Надо хотя бы еще одного убить. Все, у меня хотя бы есть пушки нормально. И патроны, только аптек нету. Обидка. Так, откуда по мне стрелял-то, чувак? Может это тот? Он опасный, я сразу говорил, он опасный какой-то был. И агрессивный. Хотя по мне не стрелял, но не суть. Так, что еще можно рассказать вам, пацаны? Короче, напишите, как у вас там погода. Вообще, как у вас дела. Часть закончилась, наконец-то, блин. Я устал после этого уже учиться. Значит, видео будет выходить новое. Еще что-то хотел сказать. Короче, помните, я вам сказал, если наберете 299 лайков, то выйдет нычка новая. Вы набрали 800 лайков, поэтому выйдет еще 4 нычки. Сегодня я постараюсь как-то там нажирать, но в любом случае завтра выйдет новая нычка. Еще будет в понедельник новая нычка, и почти каждый день будет новая нычка, пацаны. Так что новики, пацаны, можете подписываться на меня, и вы увидите много нычек, очень крутых. В принципе, завтра будет нычка, именно связанная с багом. Можно сказать, у нас был раньше там самолет, но теперь его там нету. Но там осталась все-таки эта нычка была, я ее заснял, так что очень круто. Еще там нычка будет, типа, даже лайфхак, можно даже сказать. Как тут залезть, куда, я не скажу. Вот. В принципе, увидите видео. Так, ё-моё, преследует меня, что такое? Ладно. Конечно, сори, но вы видели сами, какая-то странная была фигня. Может, у меня этот пинг поднялся, я не знаю, что такое. Может, пингует меня жестко. Я не знаю, в чем прикол. Ну, ладно, ничего страшного. Сперва, хорошо, что мы отбились, пипец, как я испугался. После представлять, я открою секрет, я снимаю это видео уже до 5-й раз, уже час снимаю, сижу. И это капец, я устал, мне просто пробивает каждый раз. Мне надо еще одного хотя бы убить в хедшот. Это пушки, я дам откуда. Если пушки нет. Так, давай перегрунтуемся на вас. Чё он там вяжет? Чё он там вяжет, я не знаю. Так, погнали. Есть новая пушка, хорошо, что нашел ее. Что еще я могу вам рассказать, и то, что у нас почти уже 10к, это жестко. Надо добить как-то. Ну, не знаю, как это сделать, пацаны. В принципе, все зависит от вас, и если вам нравится видос, то это очень круто. Давайте тут соберем что-то крутое. Чудо, блин, какая-то фигня везде. Давайте поменяем тогда на дробаш, что? Иначе нас пробьют, не знаю, заражат. Что-то еще есть. Фигня. Тоже. Ну, давайте патроны заберем. 96 патронов уже. Нормас. Пошлите находить этих людей, куда они убежали-то? Ё-моё, только не меня. Короче, что я хотел сказать еще? То, что я нашел две топовые нычки на чистилище. Вы их увидите на следующей неделе. Постараюсь отмонтажировать быстренько и заснять их. Так, еще минус, знаете в чем? То, что чистилище, эта карта, она включается только у меня с 5 часов. Типа же до 5, потом снимать, но это такое 7. Вот. Напишите еще, я не знаю, там
как закончить челлендж, это такое. Я на четверке, на пятерке, в принципе, нормас. Даже у меня вышла пятерка, а то было в итоге даже думать будет, да. Ну, пофигу. Пойдем вот эту учебу наконец. Зачем про нее еще говорить вам? Так. Что? Батуты? Подождите. Я не понял. А можно спросить, типа, а почему не делают на крыше, если на крыше нельзя залезть? Смотрите на карту. Вот, прикиньте, отсюда туда перетереть, это будет прикол. Если серьезно так, то это будет круто. На посадку, блин, надо... Не тихо, что там, да. Пунь. Так, идем в обход. Слушай, по-моему, Саша сейчас выйдет. Бейте! С этой пушки нельзя... Блин, надо было так знать. Так и знал, надо было... ПЖ! Да, я тебе просто... Он выйдет, выйдет. Блин, обидка. Дал, я дал ему просто в глаз. Побегает. Готовимся принимать его. Блин, главное хорошо поставить ему как-то. Блин, обидно. Как так-то получилось-то? Блин, пушка не мощная. У него второй, похоже, был точнее. Я не пробил его. Давайте перекинем эту гранату, не знаю, туда закинем его. Может, он стоит на стоит. Найс, кинул гранату, я понял. Я понял. Так, побегаем. Че тут? Ты тут? Нет, я тут. Блин, где он? Тут убежал. Вот на писец. Найс свалил, блин. И где-то там находится еще. И где его находится? А. Словил маслину. Второй чувак уже словил маслину. Так, погнали. Вот это... О, у него тоже была эта пушка. Заберу у него вот это вот. И сковородку. Давай патрон заберем, да и погнали дальше. Так, у меня хп, в принципе, останавливается на Марс. Пошлите, контрите, ритуал с этой пушкой. Блин, это жестко. Пацаны, чуть-чуть хочу сказать, то, что скидывайте, не знаю, там, баги мне в ВК. Это будет очень круто. Чуть-чуть попрошу вас сделать, это поставить лайк этому видео. Если наберем много лайков, то будет очень круто. И еще напишите мне, пожалуйста, где-то челлендж связан с этой пушкой. И чувак сейчас ловит маслину. Изи. Троих уже убил, эту пушку хедшот поставил. Это круто. Прикиньте, С2 с пистолета поставить хедшот. По-моему, это круто, пацаны. Это очень круто. Так, погнали. Залутали уже ровшины. На машине, я не знаю, опасно ехать. Типа, с этой машины легко поставить хедшот. Не знаю. На страх и риск идем туда. Блин, это сложно будет. Я же хочу убить кого-то, а не задавить, понимаете? Ну, прикол. Так, как мы можем сделать? Мы можем спрятаться, в принципе. А знаете, что мы сделаем? Мы сейчас залезем, наверное, наверх. Не, сначала мы посмотрим, чем такое у нас лежит. Сюда, по идее, должны прийти чуваки. Должны. Нет, что-то нет. АВМ. Туда стырил уже патроны. Странно. Или там их не было вообще, прикиньте. Так, погнали. Если вы хотите, пацаны, еще обзор от меня на новую карту, в принципе, вы можете написать, типа, Дима, могу обзор, я там, не знаю, возьму топ-1 на этой карте, чистилище. И, в принципе, для вас запишу видео. Так, погнали. Кто сможет, кстати, сегодня до 6 мая, пацаны, знаете, сегодня будет стримак. Или вечером, не знаю, или днем, посмотрим, как получится. А пока сейчас пошлите еще один обзор туда, вот где-то, ну, давайте угадаем, где-то, тут, наверное, будет где-то. Неважно, погнали. Надо сейчас убить еще хотя бы двоих чуваков с этой пушкой, и будет очень круто. Так, я посмотрю, что тут у нас лишнее. Это скинуть, все, отлично. Вот сейчас, что нужно, у меня осталось закинуть. Так, давайте пока идем, будем думать, что будем делать с этой пушкой. Смотрите, в принципе, смотрите, если я буду стрелять сначала в чувака, в тело, а потом хедшот дам. Ну просто смотрите, если я буду стрелять по нему, то он сразу уже будет убегать. Типа, всегда так раз, если хотел стрелять, то ты убегаешь. Естественно. Но с этой пушкой в чем минус? Типа, она, я так понял. Стоп. Она второй шлемак, она не пробивает, я так понял. Потому что мой чуваку втащил, ему пофигу было. У него 122 отняло, но не больше, типа, не пробило. Это очень плохо. Стоп, я думаю, тачка. А знаете, еще будет жестко.
И сейчас чуваки продают, будет очень жестко. Что про нычки хочу сказать? Почему не заложу? Типа, есть нычки некоторые, если вы хотите, типа, их видеть, то очень будет круто. Я их выставлю где-то завтра, попытаюсь, и каждый день попытаюсь выводить новые нычки. Стал только отмонтажировать, и все. Стоп. Так, чувак бежит. Не будем проявлять какого-либо внимания к нему. Будем просто сейчас сюда подойдем. И будем ждать его. Стоп. Откуда по мне палец? А, с дерева, синий там, с дерева палец, да? Сейчас, прикинь, я хочу поставить такой. Ну, он лох, типа. Я тоже, сейчас возьму эту пушку, так же постреляю. Разбесил меня. Я-то с этой пушки стреляю, а ты... Стоп, подожди, а мне глушитель, что ли, был? Смотри. Так. А, у меня с этой пушки глушитель. Прикиньте. Типа, меня не слышно было. Так. Так, фокус, да, синий. Так. Так. Ба... Нет. Пуньк! Один раз хорошо дал! Тише, братан, тише. Пацаны, аптек нету. Как его избивать будем? Гранату можно кинуть. Ползать, наверное, там по... Идем так. Тише. Отступаем. Фигачим. С этой пушки, короче, уже. Берем эту пушку. А, все, он спалил меня, спалил. Тупанул. Не надо было так палиться. Так, знаете, как мы сделаем? Все-таки нужно так вот сделать. Вон, чувак, он знает, что... Ой-ой, из-за... Увидели, да? Увидели, это пипец. Улетел, смотри, сюда ж! В смысле? Что за хэдбас? Лол. Прикиньте, попал хэдшот! Вы видали это? Хэдшот чуваку, который вообще залагал. Вы такое вообще видели когда-то? Пипец. Пацаны, это топ был, пацаны. Вот за это лайк можно поставить даже. Так, берем, короче, вот это вот. Скидываем. А, это забираем. Че тут еще можно? Нифига себе, сколько тут пэшек. Нет, это забираем, это хорошо. Аптеки нужны, аптеки. Че делать? Мне аптеки нужны. Аптеки, так. И гранаты давай соберем. Так, ну уже сейчас хаб аптеку. Чтобы не пробили. Так, сколько осталось? 7 человек. Ай, блед. Тише, чувак, тише. Так, тут. Блед, как по мне попадает-то? Как такое возможно? Как такое возможно-то? Ну как через стенку? Ну как такое может быть-то? Он через стенку пробил меня, прикиньте. Через стенку, Карл. Короче, я устал уже это снимать. Это челлендж уже 100 раз уже. Сори, пацаны, у меня уже это взбесило. Че за че? Короче, все. Это какой-то бред, не знаю, читер, наверное, какой-то. Как он меня пробил через стенку, я не знаю. Это может баг какой-то. Короче, пацаны, с вами был, как всегда, Дмитрий Декс. Набираем кучу лайков, я тут новый челлендж придумаю. Но точно, если это пистолет, ты тупой, блин, нахер. Никого не убиваешь, блин, тебя убивать.